комиссия по итогам тайного голосования рекомендовала Совету депутатов рассмотреть его кандидатуру. Вторым кандидатом был спортсмен и депутат Эльдар Габасов. Окончательное решение примут на сессии. Проекты библиотеки Горького и горно-химического комбината получили гранты на реализацию в международном конкурсе «Православная инициатива». Библиотека планирует знакомить дошколят и младших школьников с историей и былинами. Также пройдут выставки и выезды. Горно-химический комбинат проведет цикл фототуров в территориях Сухобузимского района и Красноярского края. Итогом станет фотовыставка.